помолимся, да? Господи, благослови нас. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи нашей, митого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, веки веков, молись о спасении душа мы. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, еще молимся о упокоении душ всех от века скончавшихся, убиенных православных воинов и рабов Божьих, Николая, Никиты, Николая, Игнатия, Гавриила, Иоанна, Петра, Даниила, Иосифа, Александра и всех за веру Отечества, жизни своей положившие православных христиан, еже проститеся им всякому прегрешению и всякому согрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, яко ты, Господь, мне поправый, дьявол празднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам Господи, и покой души почивших, Николая, Никиты, Николая, Игнатия, сей не живот и покой усопших рабов Твоих, Николая, Никиты, Николая, Игнатия, Гавриила, Иоанна, Петра, Даниила, Осипа и Александра, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со Священным Отцем, с Престым Благим, Штурящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блаженному спини, вечный покой подашь, Господи, рабом Твоим Николая, Никита, Николая, Игнатия, Гавриила, Иоанна, Петру, Даниила, Осипа, Александра, и сотворим вечный во благих водворяться и память кровью царством небесное, вечный покой, вечная память вечная, память вечная, память вечный покой. Дай, Господи, Царство Небесное, вечный покой, молитвенную память рабам Твоим убиенным, Николаю, Никиту, Николаю, Игнатию, Гавриилу, Иоанну, Петру, Даниилу, Осипу, Александру. А вам всем доброго здравия и душ спасения. Да хранит нас всех Господь. Мирное небо. Вот. И сколько, конечно, еще неизвестных имен погибших людей во время страшной этой войны. Но Господь открывает, чтобы мы могли за них молиться, чтобы мы могли их поминать, чтобы мы помнили и передали эту память своим детям, своим внукам. Дай, Господи, им всем Царство Небесное, чтобы мы чтили и помнили, потому что не должно быть так, чтобы были забыты те имена людей, которые, не жалея своих сил, не жалея самой своей жизни, спасали наше Отечество, чтобы мы жили и радовались этому мирному небу. Пусть Господь их упокоит, души, а нас помилует. Спаси, Господи, всех, кто занимался и занимается поднятием таких памятных вещей, да, чтобы мы могли обретать эту память о своих людях, имена ими и именно их узнавать. Спаси вас, Господи, дай Бог вам здоровья, спасения душ. Еще хочется, чтобы мы все с вами укрепляли веру православную, потому что когда люди теряют веру православную, тогда Господь дает наказание, насылает на нас поганых, насылает на нас врага, пускает врагу нападать на наше Отечество. Когда мы сильные духом, то мы тогда сильные, вот, все вместе, сплоченные, с
Спасение, оно может только быть в Боге, в вере православной. Это залог, залог твердости, уверенности. Потому что с кем Бог, с тем и мир Божий. А если Бога нет, то тогда и мира. Но дай, Господи, чтобы с нами всегда был Господь, чтобы нас хранил и берегал от всяких невзгод, от всяких войн, бед и потрясений. Спасибо, Господи, всем. Что солдат умирает дважды. Первый раз, когда он падает сраженной пулей. Второй раз, когда о нем забыто, когда нет памяти о нем. Я очень хочу и верю, что Россия возродится. И все забытые сыны, которые отдали свою жизнь за независимость нашей Родины, о них вспомнят. Вы уже видите, как тысячи, сотни отрядов, поисковых отрядов поднимают останки наших солдат. Конечно, это тяжелая и кропотливая работа, но я верю, что найдутся люди, которые будут продолжать это дело, и последний солдат не будет забыт. Хочу прочитать вам стихи нашей поэтессы-землячки Нинваны Арефьевой. «Зажгите свечи, земляки, зажгите свечи. Зажгите свечи поутру в поздний вечер. Печали голову склонив, вы помолчите. Всех тех, кто войны унесли, вы помяните. Как капли крови по весне цветут тюльпаны, а наша бедная земля все лечит раны. И новые сыны в нее ложатся, а годы, будто ураган, все мчатся, мчатся, мчатся. Здоровья всем вам. Спасибо, Господи. Окончено все, да? Все. Команда будет. Спасибо. Ну, все поехали. Все. Всем спасибо. Благодарны. Команда. Сейчас 41-й. Там были братские могилы в районе.